церемония, собственно, стартовала. Только что на льду появляется Павел Бурес, сыном Борис Петрович Михайлов, лучший снайпер в истории отечественных чемпионатов, член учительского совета ЦСКА, его партнер по тройке Владимир Петров также появляется на льду. Я вот думаю, не хватает кого-то представителя тройки Макаров, Флорионов, Крутов. Да, и были бы три великолепных поколения армейских нападающих. Главный менеджер армейцев Сергей Федоров также появляется на льду. Дорогие любители хоккея, дорогие участники сегодняшней встречи, стало традицией нашего хоккея, чтобы вы все знали тех людей, которые играли немножко пораньше вас. Сегодня мы поднимаем флаг великого хоккеиста нашего времени, великого хоккеиста Советского Союза и России Павла Буре. Тем более он наш с вами воспитанник. Начинал, как и его сын, в этом прославленном клубе ЦСКА. От всей души желаю ему счастья, и чтобы его сын тоже пошел и стал заниматься хоккеем. Спасибо тебе, Павел, за все, что ты сделал. У микрофона Сергей Федоров. Спасибо. Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие болельщики. Добрый вечер, уважаемые хоккеисты, тренера. Сегодня мы чествуем легенду советского российского хоккея Павла Буре. Мне вдвойне приятно сегодня видеть Павла вместе с нами и поднять этот стяг под своды нашего дворца спорта. Павел Буре – истинный армеец. Он прошел все ступени армейской школы. И еще раз с гордостью хочу подчеркнуть, мы вместе начали уже взрослую карьеру. Как в команде ЦСКА советских времен, так и первой сборной Советского Союза. Еще раз разреши, Павел, тебя поздравить. Мне почетно, что твой стяг под сводами нашей арены. Пожелать тебе здоровья, счастья. Приходи к нам на хоккей. Дорогие друзья, специально изготовленную коллекционную клюшку ЦСКА вручает капитан хоккейной команды ЦСКА Денис Синицев. Дорогие друзья, почти 40 лет назад меня сюда привели мои родители, и мне было примерно столько же лет, как сегодня моему сыну Павлу Павловичу. Пройден большой интересный путь, и мне хотелось бы выразить слова благодарности руководству клуба, ветеранам в лице Бориса Петровича Михайлова Владимировича Петрова, которые являлись и являются моими кумирами. Поблагодарить всех моих тренеров, которые на протяжении многих лет здесь меня тренировали. Поблагодарить моих партнеров по команде в лице Сергея Федорова. Также хотел сказать отдельное спасибо моей семье и друзьям, которые были со мной и в хорошее время, и совсем веселое. И самое главное, большое спасибо всем любителям хоккея и клубу ЦСКА. Без вас не было бы хоккея. За хоккей! Спасибо!
Павел Буре. Звучит как тост, но всем нужно быть в форме. Веселее еще. Да. Но главное, гены не обманешь. Пал Палыч изъял эту клюшку, которая ему великовата, уже так уверенно ей размахивает перед строем почетных гостей. Итак, звучит государственный гимн Российской Федерации, после которого возвращаемся на хоккей. Российской Федерации исполняет участие телепроекта «Главное